Всем привет, ребята, и вы на канале ПикТока. В этом видео у нас будет готовка в токоблоке. Вот, я вам покажу плюс 8 рецептов от меня. Ты что, работаешь? Да, я работаю. Ладно. Фух, он меня спрашивал, работаю ли я. Так, ладно. Сперва нам понадобится вот эта вот курочка и макарошки. Смешиваем. У нас получается вот такое блюдо. Все, возьму тарелку, и каждое блюдо я буду складывать на пустой столик. Вот. И да, сейчас я притворяюсь, типа, я работаю. Тут босс мой думает, что я работаю, но нет. Я вам видео снимаю. Но это тоже работа. Ладно. Так. Сперва у нас будут рецепты с макаронами, а потом уже плюс 2 крутых вообще рецепта. Думаю, вы, может быть, о них даже не знали. Так, теперь смешиваем сыр с макаронами. Кладем. А теперь еще берем макарошки. Да, я тут все спрятала, чтобы никто не видел. Мясо с макарошками, это у нас вот так вот получается. Я, честно говоря, люблю только сыр с макаронами, потому что это очень вкусно. Напишите, какое блюдо с макаронами, то есть макароны с чем вы кушаете. Вот, итак. Ой, что-то хлеб взял. Макароны плюс сосиска, вот такая вот штука. Да. Итак, следующее у нас. Опять же, берем макарошки. И, ой, я ничего не смешала. Так, отдельно вот так положу. Макарошки плюс рыба будет вот такое вот блюдо. И макарошки плюс креветка. Вот так это будет все выглядеть. Так, берем сейчас две тарелки. Так, кладем. И еще одну тарелку сейчас возьмем. Так, и... Ой, кладем. А теперь у нас будет прям суперская. Да. Вот, итак, нам понадобится картошка и сыр. Это получается вот такой пирог, что ли. Я не знаю, что это. В общем, тоже очень вкусно. Теперь нам понадобится клубника и сливки. Так, сейчас смешиваем их, и у нас получается вот такой вот крутой тортик. Что это, я не знаю, пудинг какой-то, в общем, такая штука. Интересно, если вот так получится сделать. Нет, не получилось, ладно, съем. Ладно. Так, и давайте тоже положим тарелочку вот так вот. Боже. Лучше эти пироги у нас в кафе не покупать. Ну, это на всякий случай, а то они на полу валялись. Так, и вот так. Все, готово. Вот такие вот у меня плюс 8 блюд получилось. Это, конечно, не новые блюда, думаю, вы о них знали, но я все равно показала их для тех, кто, возможно, не знал о этих блюдах. Вот, думаю, особенно вы не знали про картошку с сыром. Я, честно говоря, только недавно узнала. Вот. И если вы хотите еще рецепт готовки, обязательно поставьте лайк, пишите на мой... Все, ребята, всем пока-пока, и да, большое спасибо за 500 и 600 подписчиков.